Семья – самое дорогое, что может быть у человека. На каждом производстве и в каждом ведомстве есть свои ячейки общества. АО «ПЗТМ» не исключение. О том, как чета Рязаевых вместе работают в сфере тяжелого машиностроения и живут душа в душу почти 35 лет, расскажет Наталья Итова. Аскер Рязаев – ветеран труда. В цехах завода ПЗТМ трудится 35 лет. Условиями доволен. Ежедневно он обрабатывает металл для дальнейшего производства. С тяжелой работой мужчина справляется, а за внешней суровостью скрывается заботливый муж и любящий отец, семья для которого превыше всего. У меня две дочери и сынок есть. Сынок – это моя, гордость. Он в школе учится, хорошо учится. Во-первых. Во-вторых, моя династия продолжение. Ну, а две дочери, они уже выросли. Одной 33, другой 32 года. Вот. Внук у меня есть. Полная семья у нас. Все у нас хорошо. С женой Тайжан по дорожкам судьбы идут рядом рука об руку вот уже 34 года. Тайжан также работает на заводе, отвечает за чистоту в цехе. Стаж работы 19 лет. В свободные минутки чета Рязаевых проводит за чашкой чая, обсуждая не только рабочие моменты, но и домашние дела. Хорошо вместе работать. Все вместе делаем. И дома тоже друг другу помогаем. Ну, не знаю, мы все сообща делаем, не ругаемся. У нас все хорошо, благополучно. Надеются родители, что младший сын пойдет по их стопам, не будет бояться тяжелого труда. Время покажет, а пока у них единый путь на производство и уютный дом, в котором всегда хорошая погода. Наталья Итова, Анатолий Белонок, служба новостей.